очередное утро на Байкале. Смотрите, как прекрасно. Утренняя прогулка вдоль Байкала. Слушай, помоги поднять, а? С удовольствием. Можете заказать маршрут на ней. Здесь есть короткий маршрут до Елги у меня. 3 часа где-то. 3-часовой, 2500. Да, по кругу. Это смотровая туда, а потом вдоль берега. Очень замечательно. Ой, наступила долгожданная жара. А мы нахряпались, он еще куртку взял, кофту, все. Все на себя одел, все теплое с утра. Так что планирую искупаться. 6 сентября! Байкал! Что из сентября? Вода, огонь. Ну вот искупался в Байкале. Так сказать, обайкалился полностью. Даже без плавок. От обедов снова борщом. Отличнейшим. На самом деле, это не сарказм. Идем гулять. Снова гулять. Погода уже не такая солнечная, как была 2 часа назад. Но все же. Делать нечего, идем гулять. Любоваться красотами Байкалом. Друзья, вот я и дострогал надпись на Митькиной доске, и вот что у меня получилось. Было вот так вот и стало вот так вот. Если найдете доску эту, то можете свое что-нибудь дописать. Место еще в принципе есть вот здесь в начале. Ну а так, вот так. Ну что, друзья, не зря мы собирали по лесу дрова, чтобы сегодня, последний, так сказать, вечер на Байкале в палатке, погреться, потому что дубак сегодня серьезный. Ну и добиваем кедровку, купленную еще на КБЖД. Ваше здоровье! Хороша. Итак, друзья, финальное видео сегодняшнего дня. Что мы сегодня сделали? Погуляли опять, обилетились. В пятницу, послезавтра, поедем опять в Иркутск на автобусе. Ну, что еще можно сказать? Холодно, холодно. Но я сегодня купался полностью с головой, даже нырнул.
А что делать, гигиена? Так что вот так вот. Сегодня обещается холодная ночь быть. В Иркутске плюс 6. У нас, наверное, так же. Ну все. Спокойной ночи. Приятных сновидений. Не мерзните по ночам.